Я думаю, очень важно следовать своим страстям. И если ты это делаешь, риски часто не так велики, как кажутся. Для меня, когда я думал об уходе с работы и создании этой компании, я понимал, что есть большая вероятность провала. Но я также знал, что когда мне будет 80 лет, и оглядываясь на свою жизнь, я бы никогда не пожалел, что попробовал и потерпел неудачу, но я мог бы пожалеть, что никогда не попробовал. И когда я подумал об этом таким образом, это вообще не казалось таким большим риском.